Мне вообще всегда, на протяжении всей жизни мне нравилось петь. Просто взять гитару, петь. Но когда я попала в служение, вот действительно в церковь, и я понимала, что Господу нужно служить, я не знала, как именно Ему служить. Я не очень могу людям объяснить, рассказать о Боге, но для меня это тот путь, через что я могу выразить себя. Просто в песне, она коротко, можно передать то, что ты хочешь, часть твоей души, твое состояние или то, что ты хочешь сказать человеку. И таким образом служить Господу всем сердцем.